Fiat 126P решили подарить Тому Хэнксу, жителю польского городка Бельска-Бяла. Идея возникла после того, как в ноябре актер опубликовал в социальных сетях фотографию. На ней он изображен рядом с автомобилем этой модели, причем в такой позе, будто бы собирается сесть внутрь. Шуточная подпись к фото гласит: «У меня новая машина». Fiat 126 собирали в прошлом столетии в нескольких странах. Однако наибольшее число этих компактных машин произвели в польском городке Бельска-Бяла. Том Хэнкс подтолкнул меня к этой идее, сфотографировался с нашим Fiat 126P в Будапеште и разместил фотографию у себя на страничке. Модель Fiat 126P стала для поляков знаковой. Называли ее здесь ласково – «малюх», по-русски «малыш». Знает ли Том Хэнкс эти подробности, или же для него это лишь ретро-автомобиль итальянской фирмы Fiat, неизвестно. Поэтому жители Бельска-Бялы решили рассказать актеру историю этой модели и города, где ее собирали несколько десятилетий, а также тех людей, которые участвовали в производстве. Мне кажется, если он получит своего рода книгу-автомобиль, то он полюбит эту машину так же, как и мы. Моника Яскольская организовала сбор средств и команду из местных специалистов по ремонту и восстановлению винтажных машин. Трудность в том, что надо вернуть ему первоначальный облик, поэтому нужно скрупулезно выбирать запчасти, чтобы они соответствовали оригинальным. Теперь польским энтузиастам осталось лишь завершить ремонт и доставить маленький автомобиль в США Тому Хэнксу.